включено уже? Да, оно уже включено, мы уже записываем. Тут внутри комнаты хорошо видно будет, а здесь хорошо слышно. Как-то они умиротворяют этот ступор. Как будто это время действительно остановилось. А раньше же, да, вот в купеческих домах вот все эти часы, ходики ходили, да, тишина, и только ходики слышны. Между прочим, интересно, сколько? Это же пульс нормальный, 60 ударов, если вот это так. Вот, успокоимся, да? Ну, похоже, да. Это же ритмология. Да. Да, ну идите. Вот, мы же хотели пойти. Ой, спасибо, да. И только перезвон послушали, ну, музыку. Угу. Ну что же, сейчас всё. Давайте еще посмотрим. А сейчас обратите внимание вот еще на циферные доски. Выключим. На этаже хорошо чувствуется наклон. Давайте мы с вами проведем один опыт. Я встану. Ой, Вот нужно будет встать в эту часть комнаты. Вот сейчас тут этажи. Ой. Повернитесь ко мне лицом. Вытяните вперед руки. Закройте глаза и сделайте несколько шагов. Ой, вниз идем. Да. Ну, уклон серьезный, серьезный, да. На этом этаже, на этом этаже сохранились подлинные. Вот так вот. Да, ну вот так вот слышно, что вот побежали под. Да, теперь ему это все нужно восстановить, да, как-то он закрутить это все. То есть он это вот сейчас, вот это гири опустились, вот, теперь да, ему да, надо вручную поднять это все. На этом этаже можно увидеть еще одну необычную конструкцию, как говорят, это тибетские изобретения. Посмотрите наверх, две балки крест-накрест. При их изготовлении использовал принцип железобетона. Только вместо бетона здесь применили чугун. То есть мощная чугунная балка, в которую втоплена тонкая железная полоса. И металл, они как бы вот заменяют и дополняют друг друга. Мягкое железо и очень прочное. То есть создается какая-то эластичность, да? Они работают, как бы, разные свойства у чугуна и железа. И дополняют друг друга. Как вот современный железобетон. Один на сжатие, другой на растяжение. Ну, а перед нами еще одна лестница. Еще одно испытание. Да.